основном корпусе в круге, значит, снизу находится поликлиника и приемный покой. На втором этаже центр, значит, изолирован находится операционная, реанимация и оперблок. Этот корпус очень важен. Здесь у нас находится центр ядерной медицины. Вся находится тяжелая лучевая техника и три этажа реабилитации. Хорошее здание построено, комплексное, функциональное. И приобрели самое супер номер один оборудование, которое в мире есть сегодня. Даже западные врачи, наверное, отмечают, что, что у них нет такого. Разрешающие способности оборудования можете использовать на 100%. И диагностика здесь отличная. От диагностики все остальное зависит. И профессионализм врачей, конечно. Да? И это все в целом будет служить здоровью нашего казахстанского населения. Если вы позволите, у нас коллектив певучий. Есть у нас любимая песня. Подбирали вас? Коллектив дружный. Мы исполним вам песню «Я люблю тебя, жизнь».